На несколько дней столица Чувашии стала центром маунтинбайка. В Чебоксарах стартовали чемпионаты первенства России по велоспорту маунтинбайку в олимпийской дисциплине кросс-кантри. Более 300 спортсменов приехали в Чебоксары. В гонках принимают участие сильнейшие велогонщики страны, в том числе чемпионка мира и Европы, бронзовый призер Олимпиады 2008 в маунтинбайке Ирина Калентьева. В Чебоксарах разыграют 10 комплектов медалей. Сильнейшие поборются за места в составе сборной команды России, которая в начале сентября отправится на чемпионаты первенства мира в Норвегию. Становится конкуренция все острее, и выиграть становится сложнее, тяжелее. Ну, то есть уровень спортсменов растет. Но это, конечно, положительно влияет на выступление сборной команды России на чемпионатах Европы и мира и на международных соревнованиях. Но уже разыграны первые комплекты медалей в гонке кросс-кантри с повыбыванием среди мужчин и женщин. Чувашским спортсменам не удалось подняться на пьедестал почета. Чемпионами России стали представительницы Челябинской области Эльвира Хайрулина и гонщик из Удмуртии Антон Гоголев. Его супруга Елена заняла второе место. Это ее первая медаль в кросс-кантри. Я не ожидала, как бы. Даже муж сказал, твое место четвертое. С погодой спортсменам явно повезло. Не жарко и без осадков. В такую погоду ехать гораздо комфортней. И спортсмены, и тренеры отмечают, что трасса в Чебоксарах скоростная. Трасса очень интересная, очень технически грамотно построена. Ну, единственное, как всегда, в Чувашии не хватает немножко горок. То есть более затяжных. Возможно, трасса изменится, и в ней появятся так необходимые маунтинбайкерам подъемы. В парке уже идет строительство регионального центра олимпийской подготовки. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Николай Яковлев, Республика.